Здравствуйте, товарищи, люди, леди и джентльмены. Вы на канале Диджей Дед Васдорин. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что, оказывается, есть такие люди, которым не доверяешь настолько, что после рукопожатия с которыми на всякий случай пересчитываешь пальцы? А кто это сделал? Сейчас на работе особенно тяжело даются перекуры. Что тут тяжелого? А ты пробовал курить в маске? Совет девушкам. Если вы не можете выбрать между двумя мужиками, то выбирайте второго. Потому что если бы вы по-настоящему любили первого, то второй бы вряд ли появился. Вот интересно, почему есть кукла Хрюша, кукла Каркуша, кукла Степаша, а куклы тети Оксаны нету? Есть, но не в другом магазине. Захожу после обеда в приемную и смотрю, секретарша сидит такая грустная. Попытаюсь ее развеселить и говорю: тут нам с верхнего этажа резиновая кукла залетела. А она смахивает слезу, смотрит в пол и говорит: резиновые женщины не залетают. Женская логика. Ждать принца и потом возмущаться, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин. Взрослая жизнь, это круто. Можно пить, гулять и веселиться по дороге на свои три работы. Последний час на работе – это самый сложный. Делать ты уже ничего не хочешь, но нужно, потому что остальные семь ты пил чай. Экзамен. Студентка безвозвратно проваливается, ничего не знает. Толпа в коридоре стоит и думает, как ее выручить. Тут бегает парень и кричит: Петрова, у тебя сын родился! Препод, естественно, ее поздравляет, ставит оценки и отпускает. Олимпико! КИБДДшник тормозит друга на руке и говорит: здравствуйте, товарищ водитель бешеной табуретки. Объявление в одесской гостинице. Товарищи посетители, если вам так еще нужно, обратитесь ко мне. Я вам объясню, как без этого обойтись. Администрация. Подписываемся, кликаем на колокольчик.